Сегодня в России общенациональный день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России в Сочи. В результате трагедии погибли 92 человека. На всей территории страны приспущены государственные флаги. А учреждения культуры и телерадиокомпании отменяют развлекательные предновогодние мероприятия и передачи. Во всех храмах Русской Православной Церкви будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе. По предварительным данным, причиной падения самолета была техническая неисправность или ошибка пилотирования, сообщает РИА Новости. При выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета после взлета. Отмечается, что на борту были 83 пассажира и 8 членов экипажа. Известно, что в самолете находились военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и 9 представителей российских СМИ. К поискам лайнера привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.